Добрый день, уважаемые студенты, сотрудники и преподаватели Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Сегодня, в преддверии праздника весны и труда, в стенах нашего университета мы хотим наградить тех людей, которые проявили свою гражданскую позицию и принимают активное участие в погрузочно-разгрузочных, сортировочных работах грузов, прибывающих в Луганскую Народную Республику в составе конвоев из Российской Федерации в качестве гуманитарной помощи для жителей Донбасса. В такое тяжелое время для нашей Родины вы не остаетесь в стороне и всегда готовы прийти на помощь нуждающимся. Благодаря вашему усердию гуманитарная помощь доходит в любые уголки нашей республики. Так исторически сложилось, что именно далевцы никогда не остаются в стороне и всегда готовы прийти на помощь в любой тяжелой ситуации. На этой огромной планете сынок под куполом вечных небес есть множество всяких путей и дорог и разных диковинных мест. И где б ты вдали не бродил, все равно ты помни, встречая рассвет, что место одно есть такое одно, где ты появился, где ты появился, где ты появился, свет. Зеленые пальмы, белые льды, яркие краски морей. Быть может, увидишь и влюбишься ты, но это проходит, поверь. Как жить и что делать, ты сам выбирай, но все же с течением лет тебе будет сниться березовый край, где ты появился. Где ты появился, где ты появился на свет? Быть волонтером – высокое звание, особенно в условиях непрекращающейся агрессии со стороны украинских властей. Студенты и преподаватели Луганского государственного университета имени Владимира Даля не понаслышке знают, что такое волонтерский труд. Несмотря на погодные условия и загруженность на работе и учебе, они приходят на помощь. Сегодня, 27 апреля, в торжественной обстановке в стенах старейшего университета Луганской Народной Республики прошло награждение волонтеров, которые бессменно помогают в работе с гуманитарными грузами из Российской Федерации. Уважаемые коллеги, ребята, вот мне выпала честь сегодня наградить вас за тот поступок, который вы сделали. Я должен сказать, вот наши ребята, которые сегодня находятся на переднем плане, делают очень важную работу. И всегда, вот наши ребята, всегда были первыми. Мы все гордимся вами, теми, кто на фронте, идет война, но каждый делает свое дело. Вы на своем участке, другие на передовой, третьи в учебных заведениях, но мы все вместе куем свободу, идем к победе. Другого пути у нас нет. Мы живем в таком регионе, где корни наши и наших дедов, ну, как бы я бы сказал бы так мягко, повеяны славой. И вот то, что сделали наши предки, мы должны приумножать, что мы сейчас и делаем. Другого пути для нас нет. Или мы победим, или мы просто уйдем. Нас просто не будет. И поэтому каждый на своем участке делать должен то, что подсказывает сердце.
Вот вы делаете благородное дело. Спасибо вам. Спасибо. И мне выпала честь вручить вам вот грамоты, ну и сказать еще напутствуя несколько слов. Ребята, мы все с вами переживаем за тех, кого вот сейчас нет, они там впереди. Всегда. Вот где бы я ни выступал, что бы я ни говорил, я всегда говорю, наши ребята всегда впереди. Просто вот впереди идут и показывают, и рассказывают, как надо делать. Мы всегда будем гордиться теми, кто на фронте. Мы всегда будем гордиться те, которые в трудную минуту пришли на помощь и помогают фронту. Ну и, безусловно, вот всем тем, кто оказался в трудной ситуации. Это наша с вами обязанность. То, что вы умеете делать. За это вам огромное спасибо. Я должен сказать огромное спасибо руководителям. Вот Владимир Юрьевич, вот он сидит, вот его боевой заместитель. Надо сказать слова благодарности. С первого дня вот они проводят огромную работу, и благодаря им вот организована помощь, и они всегда держат руку на пульсе. Ну, я не буду говорить то, что они делают, потому что вы многое знаете. Но многое и не знаете, что они стараются сделать. И поэтому я всегда говорю тем другим руководителям, смотрите на них, берите пример, потому что вот ни один руководитель в нашем университете так не беспокоится, как вот беспокоятся вот два руководителя. Им огромное спасибо. Мы ставим их пример, так держать. Но самое главное, драгоценное, это вы. Вы, вот как мы, вот как вместе мы вас воспитаем, значит, мы будем жить. Если мы плохо воспитаем, для нас нет будущего. А поэтому в единстве наша сила, вот тот лозунг, не пройдя, увидя беду, не пройдя мимо, не помочь, мы не должны. Мы обязательно войдем в ситуацию и будем помогать. Это наша с вами обязанность, как студента, как будущего руководителя, как студента Института гражданской защиты, как будущего офицера, как гражданина Российской Федерации. Хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто участвует в оказании помощи в это нелегкое время, и, конечно, России, за те гуманитарные грузы, которые спасают жизни не только военных, участвующих в специальной военной операции, но и жителей освобожденных территорий. Пока мы вместе, мы победим!